В Турции произошла попытка военного переворота, как сообщает наш собственный корреспондент в регионе Ержан Джунис. Это случилось поздно вечером в пятницу. Заявлением о произошедшем выступил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. По данным международных агентств, в Анкаре слышна стрельба. Над городом летают истребители и вертолеты, а к аэропорту в Стамбуле переброшены танки. В городе не работает общественный транспорт. Также сообщается, что в столице Турции военный вертолет открыл огонь в районе здания национальной разведслужбы. Сообщается о 17 погибших. Наша редакция продолжает следить за развитием событий.